В трех селах Воростянского района уничтожили всех свиней. Из частных подворий и мини-фермы из-за вспыхнувшего вируса африканской чумы было изъято 527 голов. Животных убивали бескровным способом при помощи инъекции, после чего их увозили на полигон для сжигания. Пострадавшим владельцам будут выплачивать компенсации из расчета 90 рублей за килограмм живого веса. Мероприятия по ликвидации очага инфекции будут проводиться еще в течение 2 месяцев. Прежде всего это касается автотранспорта. Машины должны проезжать через визбарьеры и обрабатываться специальным раствором. При этом в течение 1 года разводить животных запрещается. В карантинной зоне оказались 3 села – Гремячка, Грачевка и Владимировка. В настоящее время устанавливается источник возбудителя инфекции и пути распространения африканской чумы свиней.